Всем привет! С вами Настя, и я снимаю свое новое видео. Сейчас мы с вами находимся в Испании и заходим в магазин Меркадона. Продуктовый магазин. Ракетас, например. 70 центов одна штучка, я так понимаю. Так, дальше, что здесь? Беренгена Риена. Вон там что-то похожее на оливье, только по-другому. Как ты видишь? Это порсион де тортилья. Тортилла, в общем, здесь тортилья. Вот паэлья. Какой-то вермишель вот под сыром. Пицца, вон пицца и вот такая вот пицца. Патата с панадера. Вот тут выбор пиц огромный. 3,20, 3,30, 3 евро, 2,50. У нас есть лазанья 4,50, да? Стоит. Что здесь? Мясо, помидор, лук. Это рис какой-то вот, то ли с грибами, то ли с курицей. Это что-то такое интересное, непонятно. Это рис с такой вот типа хумус, подливка и там вот курица. Тортилья из картошки. А вот тут перец, лук и баклажан. 2,60. Так, хумус из перца. Морейхо, фреско. Помидоры, вот чеснок, соль. Это масло оливковое. Видимо, соленое, потому что соль морейхо. Гаспачо по евро 30, вот маленькие евро 80. Сальморехо вот в таких еще упаковочках есть. А, это может суп делают из этого? Я с вами не знаю, да? Висит хамон, да, как называется. Картошка, евро 20. 400 грамм. Берем. Делаем сок с вами. Пишите комментарии, а также подписывайтесь на мой канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Всем пока, до скорых встреч. Люблю, целую и обнимаю.